Приветствую всех на своем канале, с вами снова я, Макс. Так как ремонт продолжается у сына в комнате, я решил повесить карту. Карта пролежала у меня 2 года и наконец-то дождалась своего часа. А собственно, сегодня я буду делать рамку для этой карты. Дерево у меня тоже пролежало 2 года и наконец-то мои руки добрались до этого проекта. Значит, каркасом для рамки я использовал дерево дуб. Материал колкий, но очень приятный и фактурный. Я не стал делать вырезы по форме карты, чтобы она полностью влезла. Значит, получилось, что кривизна дерева немного попадает на карту. Вообще самое сложное было это подогнать так, чтобы при сборке все совпало и форма дерева, вот эта вот кривизна, не закрывала на кромке карты обозначения. На задний план я установил 4-миллиметровую фанеру, предварительно утопив ее в деревянном каркасе. Короче говоря, сделал я это как заподлицо. Саму карту приклеил на ПВА к фанере, чтобы она не ерзала при сборке. Покрасил все это дело в цвет венге. Или венги, как правильно, точно не буду утверждать. В 2 слоя я закатал ее и сделал скрытую систему подвесов. В принципе, вот это такой короткий обзорчик на весь видеоролик. Сам процесс изготовления смотрите далее. Ну, а всем могу только пожелать творческих успехов и удачи. В принципе, пока.